омоложения. Здесь организатор, спасибо большое, Ольга, которая пригласила на посиделки. И здесь совершенно разные темы. И одна из этих тем, конечно же, всех интересует здоровье. Кому интересна тема здоровья, тема омоложения, поставьте плюсики. Кто хотел бы из вас всегда-всегда-всегда ощущать молодой и красивой? Окей, окей, вот плюсики пошли. Конечно же, это естественное состояние любого человека, в том числе каждой женщины. А напишите, пожалуйста, для чего именно вам, и чтобы я с вами познакомилась, что за аудитория у меня здесь. А сейчас пока я не знаю, есть ли те, кто уже был на моих занятиях, или это новые совершенно люди. Напишите поэтому, почему именно для вас важно оставаться молодой, красивой, здоровой, полной жизненных сил, здоровья. Для чего это нужно? И я тогда немножко вас, ваш портрет узнаю, с какими вы целями сюда пришли. Потому что одному нужно красота, здоровье, чтобы выйти успешно замуж, родить здоровых деток. Другому для престижной работы. Потому что вы согласны со мной, что приятная внешность – это такой решающий фактор для удачи. А кто-то просто хочет остановить старение, старость. Людмила пишет, чтобы быть молодой и красивой. А для чего, Людмила, для чего? Ведь для этого молодой и красивой мы хотим для чего-то все-таки быть. Жить достойно. Вот никак вас на конкретику не выведу. А что значит конкретно жить достойно для вас именно, Марина? Для достойно жить для всех – это разное понятие. Для меня это вообще понятие «жить достойно» – это высокое качество жизни, это качество жизни и внешнее, когда тебя окружает комфорт, и внутреннее состояние. А что для вас, Света, чтобы отражение в зеркале радовало? А Ксения, дети обязывают, Людмила, для себя. Людмила, что такое для себя быть молодой, красивой? Не понимаю, у вас цели. Цели какие? 64 года, 60, неважно, сколько лет, важно, на сколько лет вы хотите себя чувствовать. У меня одна женщина, я, кстати, вот ее отзыв прочитаю попозже, ей 75 лет, и она пришла ко мне в курс, который я сегодня буду презентовать, потому что у нее настолько мощная мотивация быть молодой, красивой, и еще пока она в активных силах, что-то делать для себя, для своей семьи. 68, вот, правильно, Марина, никто не дает так и держать. Конечно же, конечно. Важно состояние внутри, внутри, что человек на сколько лет себя чувствует. Нина, чтобы видеть своих правнуков, чтобы видели молодой, красивый, здорово. Так, чувствую на 45, не больше. Отлично. Ну что ж, ну давайте дальше поработаем. Сейчас очень много людей, которые говорят, почему я так вот настойчиво вас спрашиваю, расскажите о себе, почему. Потому что, согласитесь, вокруг, наверняка вас тоже такие люди окружают, которые говорят, ну вот я так выгляжу, мои годы это нормально. Получается нормально, что оставаться лысым, ну вот для, допустим, для мужчин, или иметь лицо, которое похоже на печеное яблоко, потому что оно сморщивается, потому что обвисание кожи происходит как естественный процесс старения, а человек ничего для этого не делает. Тело начинает плыть после 35 лет, фигура начинает плыть. Если ничего не делать, она будет плыть и дальше. И опять же, на этой чаше весов у нас всегда есть выбор. Вокруг нас сейчас столько информации, столько технологий для того, чтобы себя поддерживать, что кто-то, основная часть населения говорит, ой, старость остановить невозможно. Они смотрят на свои морщины перед зеркалом, расплывчатые контуры тела, и да, волосы выпадают, говорят, да, вот это старение, это возраст, и смиряются. Это хроническая усталость, упадок сил, болезнь. А другие, они, несмотря ни на что, действуют. Я абсолютно уверена,
что раз вы сюда пришли, то вы относитесь к группе людей, которые хотят действовать. И поэтому мы с вами этим будем заниматься. И краткий обзор процедур, которые сейчас предлагает косметология, наверняка вы знаете, вот кто интересуется косметологией. Скажите, что вы знаете, что предлагает косметология, или что-то вы пробовали, какие процедуры? Немножко про это проговорим с вами. Я вам буду перечислять, и вы можете тоже добавлять сюда те процедуры, которые нам косметология дает. Это биоревитализация, введение гиалуроновой кислоты в кожу. Наверняка вы знаете, что за процедура. Для того, чтобы кожа была увлажненной, потому что с возрастом количество гиалуронки начинает уменьшаться, кожа начинает сохнуть. Дальше это мезотерапия, инвазивный метод для введения микро- и макродоз всяких коктейлей, витаминчиков всяких, может быть, растительных компонентов, может быть, минералов, кислоты и так далее. Дальше это для питания, да, то есть понимаем, ботокс. США, знаете, наверняка слышали, для чего нужен ботокс? Создать объем, если этот объем уже начал вот как-то пропадать, обвисать и так далее. Дальше пилинги у нас есть. Кто знает такие процедуры пилинги химические? Есть лазерный пилинг, когда убирается поверхностный или срединный слой кожи эпидермиса. Дальше что начинается? Мощное обновление клеточек, да? То есть восстановление кожи, обновление ее начинается. И, конечно же, если даже мы воспользуемся такими процедурами для омоложения, важно как можно дольше продлить время, чтобы их не использовать. Потому что если ты садишься на процедуры, ты уже на них, потом без них не сможешь жить. Закончился срок действия, тебе нужна новая процедура. А что еще происходит? Любые проколы через кожу, любой укольчик, любой прокол кожи травмируется. И на этом месте образуется соединительная ткань. Она уже не будет синтезировать коллаген, гиалуроновую кислоту, эластин. Получается, чем больше таких проколов было, чем больше рубцов кожи, тем больше вот этих фиброзиков образуется. И никакие процедуры на это уже не повлияют. Но, конечно же, в салонах красоты об этом не будут говорить, потому что это индустрия, и как всякий бизнес, он работает на бизнес. И поэтому, кроме того, эти все процедуры косметологические достаточно болезненные, дорогостоящие, некоторые опасные для здоровья. И риски есть, которые не способны предотвратить старение кожи. Через какое-то время заканчивается срок действия, и дальше мы вынуждены снова делать эту процедуру. Конечно же, есть альтернативные способы омоложения. Именно о них я хотела вам рассказать. Я занимаюсь в индустрии омоложения очень много лет. То есть у меня очень много технологий. Поставьте плюсики, кто знаком со мной, с моими технологиями. Мне интересно, есть ли здесь те, кто знаком с моими технологиями, чтобы знать, насколько подробно их раскрывать. Угу. Может, кто-то участвовал в моем курсе фейслифтинг, по фейслифтингу, вот Светлана здесь есть. Еще есть кто-то? Если нет, то минус поставьте. Итак, что же мы предлагаем, что мы исследовали? Если вы хотите добиться неких потрясающих результатов, то вам необходимо воздействовать на сам источник признаков старения, на причины признаков старения. Для этого причины признаков старения нужно знать. То есть нужно знать, так, у меня вот такая причина старения есть. Дальше нужно знать, как ее устранять. И, конечно же, если мы это знаем, то мы можем убирать последствия. Таким образом, мы исследовали, какие причины старения есть, а потом уже исследовали, а какие нужно принимать действия, чтобы охватить все причины старения и чтобы на них воздействовать. Таким образом, получился курс, да, то есть полный курс
воздействующий на все причины старения, курс по искусству красоты и молодости, который я представляю. И он подходит абсолютно любому человеку, если только это не какое-то опасное заболевание. Ну, наверняка здесь сюда приходят все-таки люди, которые развиваются и следят за собой, поэтому для всех, чтобы было желание великолепно выглядеть, чувствовать и желание действовать. То есть, если мы просто послушали информацию, то понятно, от этого красоты и молодости не прибавится. Светлана, причина старения является возраст. От какой причины избавиться, воздействовать на них? Причина старения, Светлана, является их несколько. Об этом я буду говорить. Возраст – это в него входит несколько уже причин старения. Ну что ж, давайте слайдики посмотрим. Это наши пластические операции, это наш курс. Итак, давайте посмотрим, что же, вот вы уже начали разговор, заинтересовались, что является причинами старения. Курс вообще состоит из двух методик. Фейслифтинг – это методик на тренировку мышц лица. И еще одна технология – блокировка возраста и скульптор лица и тела. Вот эти две авторские методики, все вместе – это фундаментальный подход к выявлению, борьбе источников старения. И мы воздействуем на все признаки и симптомы старения. Так как же выглядеть и чувствовать себя молодым? И давайте сейчас поговорим. С возрастом что происходит? Наш оркестр генов, ДНК начинает расстраиваться. И мы обращаемся к такому образу оркестра. Посмотрите картиночку. То есть если оркестр играет в тон, музыка звучит прекрасно. У нас полная гармония, все замечательно. Дальше с возрастом гармония генетического оркестра расстраивается. И когда мы занимаемся фейслифтингом, мы наоборот возвращаем гармонию вашей музыки, у вас звучит симфония, потому что мы начинаем работать даже на генном уровне, потому что мы активируем гены до того уровня экспрессии, которая существовала в молодости. Вот посмотрите, ген номер один – это ген молодости. В юности он активен, он вырабатывает коллаген для упругости кожи, и кожа свежая, подтянутая, молодая. Дальше ген номер два – это ген старости. В юности он не активен, а с возрастом ген становится активным. Запускаются процессы разрушения коллагена. А ген молодости, наоборот, теряет активность. То есть сначала был ген молодости активный, потом он начинает идти на спад, а появляется ген старости. И начинается уменьшение выработки коллагена. Кожа стареет, становится дряблой. Вот. И, конечно, если я сейчас спрошу, какое состояние генной экспрессии хотели вы бы иметь, конечно же, вы напишите молодых генов, чтобы больше коллагена образовывалось. Но представьте, что это очень такая модель упрощенная, чтобы просто понимать, что процессы старения, они не просто кожа, не просто наши органы, что это очень глубоко. Так в человеческом организме не два гена находятся, это до 30 тысяч генов. Вот зачем я сейчас про гены говорю? Чтобы было понимание, что только от вас зависит, с какой скоростью и насколько красиво вы стареете. Смешное слово «красиво стареть», но на самом деле это так. Насколько быстро увядает кожа или как организм противостоит времени, это зависит только от вас. Потому что вокруг вас наверняка есть люди, и вы можете сказать, что какой-то женщине не даете ее возраст. Вот сейчас у нас в чате кто-то написал, что на 45 себя чувствует и выглядит женщина, да, извините, просто имя не помню. Это не только, может кто-то скажет, это
Наследственно. Вот это не только наследственно, а это то, что у нас в голове, то, что у нас в чувствах. И потом уже только то, что у нас в теле. Это три взаимосвязанные системы. И поэтому, как долго сохранять свою молодость и свежесть, как получать удовольствие от своей внешности, самочувствия, это все мы с вами прорабатываем постепенно, прорабатываем воздействие на все причины старения. Вообще у меня больше 100 тысяч подписчиков, они очень внимательно относятся к своему здоровью, подходят средства, подбирают тщательно средства, пишут мне письма, консультируются, потому что уже многие проходили мой курс. И я верю, что когда вы тоже курс этот пройдете, вам тоже станет интересно уже следить за собой, поддерживать свое состояние и работать, ну, собственно, над своей молодостью. А вот представьте, значит, мы тренировали, проводили курс, тренировали мышцы лица и работали с технологией блокировки возраста, с технологией скульптора лица и тела. Вот эти технологии на самом деле делают чудеса, потому что процессы восстановления начинают преобладать над процессами разрушения. Это значит, чем раньше человек начал пользоваться методиками, тем дольше остается молодость, она начинает восстанавливаться. Ну, конечно же, есть вот как на рисунке сейчас женщины, которые в достаточно зрелом возрасте начали заниматься. Все равно здесь важно желание, здесь важна мотивация. Если она есть, то любая женщина будет выглядеть намного моложе, вот как на этой, собственно, фотографии, чем ее сверстники. Как это сделать? Как добиться каких-то результатов? Система, о которой я говорю, чтобы повлиять на причины источника старения, это вот такая авторская модель, которая включает 5 факторов. Сейчас вы можете запомнить их или себе как-то пометить, потому что вы самостоятельно можете потом отследить, с какими факторами старения вы работаете, а с какими еще нет и что вам нужно добавить. Также в моем курсе подробно есть разные направления, которые работают на эти причины. То есть экология образ жизни, разрушающее действие свободных радикалов, зашлакованность клеток, снижение их жизненной активности, гормональный дисбаланс. Все знаем, да, что с возрастом гормоны начинают уменьшаться, нарушение метаболизма, повышение веса тела. Вот 5 причин старения. Если мы в комплексе на них воздействуем, то, конечно же, мы начинаем сохранять свою молодость, удлинять свою молодость и в том числе блокировать процессы старения. При воздействии таких факторов меняется активность различных групп генов, про которые я говорила. И дальше организм снова настраивается, потому что это очень мудрая система, он начинает снова звучать как оркестр, он начинает играть гармонично. И здесь я представляю несколько фото, чтобы вы посмотрели результаты действия, как происходит воздействие фейслифтинга, воздействие методики блокировки возраста. И хочу вам зачитать отзыв, который я обещала Наталье Стельмахова. У меня была такая женщина, которой 75 лет. Я ей каждый день восхищалась. Я и вами, девочки, буду всеми восхищаться, вот кому сейчас вы писали 60-65 лет, потому что вы что-то делаете для своего развития, вы в себя вкладываете, вы большие умнички на самом деле. Сколько людей вообще уже поставили на себе печать, что все, вот я на пенсии, все уже, это конец жизни. И Наталья написала такой отзыв. Добрый день, Инна. Короткий отчет по проделанной работе. Я работала с зоной щек, постоянно пытаюсь отслеживать мимику лица, не морщиться. Упражнения для груди делаю. У нас в курсе упражнения на грудь есть, да, на гормональный баланс. Но не включая те, которые касаются ее увеличения.
А еще по утрам использую энергетические практики. И лед тронулся, меньше стали носогубные складки, морщины стали менее глубокими, меняется в лучшую сторону цвет лица. Совместными усилиями Толя еще будет. Вот этой женщине 73 года. И, конечно же, Толя еще будет, когда такое жгучее желание жить, радоваться, получать от жизни максимум. Как же работают технологии? Технологии фейслифтинга давайте рассмотрим в моем курсе. Для чего нам нужен вообще фитнес для лица? Мы выполняем гимнастику регулярно. Вы улучшаете кровообращение, коллагеново-соединительную ткань в нижнем слое кожи. У вас начинает улучшаться выработка коллагена, который уменьшается с годами. Кроме того, клеточки кожи начинают активно снабжаться кислородом, питательными веществами, да, несет кровь, а мышцы становятся сильнее, кожа начинает подтягиваться. И, собственно, мой подход к омоложению лица абсолютно безопасен. Он подходит как для женщин, так и для мужчин в любом возрасте. Спрашивают, сколько мне лет, далеко за 40 лет. И, конечно же, я занимаюсь всеми технологиями омоложения, которые я разрабатываю. И когда это дает результат мне, то я это несу людям. И, конечно же, чем лучше сохраняется эластичность кожи, чем моложе начал человек заниматься, да, чем раньше начал, собственно, за собой следить. Но, собственно, метод чрезвычайно эффективен для любого возраста. Сейчас мы с вами сделаем одну практику, и вы на себе это почувствуете. Вы можете даже рядом положить зеркало, я всегда говорю девушкам, неважно, сколько вам лет, 60 или 70, я говорю, девочки, берем зеркало, сейчас мы с вами будем волшебницами, и вы увидите, насколько можно преобразиться даже за одно занятие, потому что важно, насколько лет вы себя чувствуете. А когда ты занимаешься творчеством, тогда ты чувствуешь себя молодым. Ну что ж, готовы ли вы начать? Поставьте плюсики. Кто готов, ставим плюсики. Зеркало рядом. Руки и лицо должны быть чистыми. Я сразу предупреждаю, потому что... Да, вижу ваши плюсики. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну что ж, давайте начнем. Так, сейчас, секундочку. Мне нужно видеть свое видео. Оно здесь. Так, ну что ж. Начинаем мы всегда, я начинаю любое занятие с настроя. Мы растираем с вами руки до горячего состояния. Растираем ручки. Сейчас только я закончила выездной тренинг, одну часть выездного тренинга. Мы сейчас были на местах силы на Черном море. И очень много даосских практик проходили, которые связаны именно с омоложением. И вот одна из этих частей, когда руки, например, вы растираете, дальше поджимаете, на вдохе нужно поджать анус и направить энергию, тепло, жар в лицо. То есть если сейчас попробуете, конечно же, я это показывала на выездном тренинге, но можете так попробовать. На вдохе поджимаете мышцы ануса и влагалища, закрываете глазки и жар энергию направляем на лицо. Лицо начинает гореть. Потому что сейчас мы с ним работать будем, и нам нужен прилив крови. И сейчас можно положить ручки на лицо. На лицо и почувствуйте ваш лоб. Давайте пройдем по зонам. Почувствуйте ваши глаза под руками. Почувствуйте ваши щеки. Почувствуйте ваши губы. А сейчас улыбнитесь.
Потому что мы с вами сейчас занимаемся красотой. Увидьте себя в том возрасте, в котором вы хотите себя видеть. Замечательно. Ручки убрали. Вот первый контакт. Вот первый контакт, первый разогрев, когда процесс уже начался. Собственно, потому что вот напишите сейчас ваши ощущения. Жарко стало, лицо теплое, порозовело лицо. Настрой на молодость, здоровье, красоту появился? Да, конечно, конечно, да. И сегодня мы с вами сделаем, я сразу говорю, что после упражнений я буду просить обратную связь, поэтому быстренько там сделали упражнение, напишите ваши ощущения, чтобы очень энергетичные практики, поэтому мне нужно корректировать состояние ваше, и поэтому пишите, отвечайте на мои вопросы поактивнее, побыстрее. Ну что ж, сегодня мы, конечно же, все зоны лица, которые я говорила, лоб, глазки, гусиные лапки, щечки, губы, конечно, все мы не успеем пройти в моем курсе более 30 видеоуроков. Но мы с вами пройдем одну практику на носогубные складки. Потому что носогубные складочки, вот здесь ручки можете, пальчики вот так положить, их потрогать. Эти зоны очень проблемные, и они проблемные уже начинаются после 40 лет. Вот, поэтому я сегодня вам покажу, как с ними поработать. Но давайте сейчас первое, что мы с вами сделаем. Первое, что мы с вами сделаем, давайте мы с вами поработаем на верхнюю часть лица, и потом пойдем к носогубочкам. Давайте немножко активируем, то есть начинаем прочесывание, пальчики вот так расчесочкой поставили, и начинаем так активно прочесывание кожи головы делать. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас не только носогубные, нижняя часть поработала, а чтобы вся голова начала омолаживаться. Все зоны и центры находятся в головном мозге. Причесали себя, вот уже лучше прокачали. И первое упражнение, которое мы с вами сделаем, оно на верхнюю часть, одно упражнение на глазки. Оно одно из моих любимых, я сразу говорю, что я его всегда даю, потому что я его очень люблю, оно дает потрясающий эффект. Вам нужно наклонить голову на бок, ручку положить на висок и слегка висок натянуть, слегка на миллиметр. Дальше другую руку вы оттягиваете на 45 градусов, не 90, кто математику помнит. Ой, простите. Так, провода у меня в порядке. Смотрите, то есть 45 градусов это вот так. Значит, голова на бок. Вытягиваем большой пальчик. Рука 45 градусов. Натянули линию от большого пальчика, да? Смотрите, вот так большой палец. Вот так его вытянули. От большого пальца до виска линия натянута. Язычок высунули вниз. Вот так. Как будто язык показывает, а глазки подняли наверх на макушку. И у нас получается вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.